Расскажите про слог ⁇ Ах ⁇ в кодах или что-то на него похожее. Что значит? Это слог ⁇ Восторг ⁇ дает человеку радость. Нам то бишь нам. Вот смотрите, нам это значит мне. Вам это значит вам. Правильно? Смотрите, что между ними похоже? Вот нам это слог, привлекающий в жизнь. То есть я буду смотреть на мир и говорить ⁇ Нам, 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 нам ⁇ Таким образом, буду из мира что-то привлекать. А второй слог ⁇ Это слог ⁇ Ах ⁇ это восхищение. То есть, если меня восхищает, то это, смотрите, отличающийся ах, слог от слога Ох. Ах, то, что восхищает, ох, то, что разочаровывает. Правильно? То есть, если едет дорогая машина, я говорю: Ах, какая машина, ах, какая, я не знаю, там еще кто-то или что-то, собачка, или Ох, какая бабушка, или ох, какая там понимаете то есть если ох то это не нам а если ах то нам именно поэтому один из таких слогов есть допустим в мантрах часто встречающийся это слог нам ах нам то бишь нам восторг таким образом нам ах это я получаю восторг от чего пусть жизнь создает для меня восторг почему чтобы хоть на чуть-чуть стать более везучим чтобы хоть на чуть-чуть стать более восторженным. Завтра, кстати, будет Сангая, которая я проведу. Это Сангая номер 62, даже? Это Сангая номер 65. И вот оно будет посвящено как раз накоплению и увеличению радости. И один из ключевых моментов будет практике работы со слогом ⁇ Ах! ах ⁇